сегодня ДФС Украины – это господин Насиров. И наше требование заключается в том, чтобы он был уволен. Этот господин проявил себя крайне отрицательно по отношению к одесской таможне. Потому что наша одесская таможня на сегодня – это та попытка изменения системы, редкая для Украины, которую пытаются делать сейчас. Дешевле отвезти машину в Киев и там растаможить и пригнать ее в Одессу, чем растамаживать в Одессе. Во Львов люди ездят растамаживаться, потому что там тоже работают контрабандные схемы, которые крышуют Насиров. Нам просто повезло, что у нас еще Мурашевская как-то держится. У них там, если вы обратите внимание, в средствах массовой информации постоянная борьба. Спортному элементу, который на сегодняшний держит эту страну, я когда увидела разговор их с Марушевской, я просто увидела это жлобство и давление. А почему я еще здесь? Я увидела, что когда Юлия, в общем, проявила выдержку, то господин Насиров осел на задние лапы. Поэтому я вижу смысл в сопротивлении. Главная цель сегодняшней акции – поддержать аналогичную акцию, которая проходит в это время в Киеве под администрацией президента и является инициативой по отставке главы Державной фискальной службы Украины Романа Насирова. Потому что мы считаем его основным тормозом реформ в податковой системе, в податковой службе в Украине на сегодня. Мы не выступаем сейчас за конкретные персоналии. Мне лично все равно, кто это будет. Это должен быть в первую очередь честный человек, во вторую очередь профессионал. И покажем, что...